крепнут деловые связи между странами социалистического содружества. 5 дней продолжался в Кандапоге международный семинар работников целлюлозно-бумажной промышленности государств-членов Совета экономической взаимопомощи социалистических стран. Гости побывали во всех цехах, начиная с биржи сырья и кончая близким знакомством с быстроходной бумагоделательной машиной. Их интересовал прежде всего опыт Кандапожского целлюлозно-бумажного комбината, масштабы его работы, высокая производительность труда, прекрасное современное оборудование. Специалисты разных стран сразу находили общий язык и между собой, и с кандапожскими бумажниками. Дружественный обмен опытом послужит общему делу, дальнейшему развитию целлюлозно-бумажной промышленности социалистических стран.